вторая минута. Классный розыгрыш большинства. Умный пас Корбана Найта. Супер меткий бросок Оливера Каски на средней высоте. Красивый гол. Следом тактический сюрприз для соперника. Ястребиный прессинг, цепкая игра один в один, подстраховка, зачистка пятачка, контратаки, жесткий динамичный хоккей. Игроки Акбарса надавили, взвинтили темп, старались, но вязли в защитных построениях мячей. В полумоментах блестяще сыграл вратарь «Авангарда» Шимон Грубец. We play so much better game. Сегодня мы действовали намного лучше, чем в игре против Кунгуни. Мы начали иначе и отличный старт показали. В первом же большинстве забросили шайбу, и это нам придало такую уверенность и спокойствие, на котором мы дальше смогли опираться и действовать хорошо. We start the game. Высокие скорости, настрой, самоотдача. Вторая 20-минутка. Равные возможности забить в большинстве. Напряжение. 34-я минута. Разящая контратака «Авангарда». Максим Гончаров здорово сыграл на перехвате. Корбан Найт реализовал выход 2 на 1. Вдохновение, порыв, натиск ястребов. Новый хит канадского форварда «Авангарда». Тонкая передача на Вилли Покку, кистевой бросок. 3-0. Хоккей такое бывает, что тебе везет и набираешь много очков. Стоит отметить, что мы хорошо действуем в большинстве, и сегодня там был отличный бросок Оливера, и потом шайба отскочила ко мне, поэтому опять-таки стоит похвалить и отдать должное моим партнерам и по спецбригаде большинства и моим партнерам по звену. Третий период. Новая попытка казанских хоккеистов переломить ход матча. Давление, финты, улитки, стремление обострить игру, а мячи отлично сыграли в защите. Блокировали, накрывали, подчищали. Четко, надежно действовал голкипер Шимон Грубец. Ястребы не дали явных шансов соперникам, смело разгоняли контратаки. «Авангард» победил со счетом 3-0. Мы знали, что Акбар сегодня будет максимально настроенным, и мы ожидали такой силовой хоккей. В самом начале матча мы заработали большинство и успешно его реализовали. То есть такой быстрый гол, он придал нам уверенности, задал тон игре. Во втором две важнейшие шайбы в исполнении Найта и Покки. Вся команда действовала грамотно, очень уверенно и сильно. И опять-таки стоит отметить игру Шимона Грубица. То есть вся команда сегодня отработала хорошо, и общая такая заслуга абсолютно всех ребят. Следующий матч «Авангард» проведет на выезде. В воскресенье ястребы сразятся с «Северсталью». Владимир Истомин, «Антенна-7».